Здравствуйте. Сегодня я хочу поговорить с вами об отношениях еврейского народа и мессианских евреев. Новый Завет, или Писание Нового Завета, так мы, мессианские евреи, любим их называть, учат об этом чудесным образом. Мы начнем с книги Деяний после воскресения Иешуа, чтобы сформировать понимание о том, как выглядят эти отношения. Удивительно то, что в первых главах книги Деяний у апостолов не было никаких намерений, по крайней мере, нет никаких записей о том, что апостолы собирали миссии для того, чтобы привести другие народы к познанию Иешуа. Даже несмотря на то, что сам Иешуа сказал учить все народы, у апостолов было свое особое понимание того, как должна развиваться история. На самом деле, они думали, что им нужно привести еврейский народ к познанию Иешуа. Они думали, что когда весь Израиль придет к познанию Иешуа, то потому и другие народы придут к познанию Иешуа, и евреи смогут их учить. И это сочетается с обещанием пророков, что могучий Искупитель Израиля в конце веков обратит к вере и другие народы, и весь мир придет к познанию Бога, и что и Израиль, и народы станут одним целым под правлением Мессии. Но апостольский метод оставляет этот аргумент о том, что Израиль должен прийти к познанию Иешуа. На самом деле Петр говорит собранию евреев: «Итак, покайтесь и обратитесь к Богу, чтобы ваши грехи были стерты, чтобы от Господа пришли времена обновления, и чтобы Он послал предназначенного вам Машиаха, Иешуа». Второе пришествие Иешуа, согласно проповеди Петра, зависело от принятия Иешуа как Мессии еврейским народом и обращения к Нему. Кстати, второе пришествие все еще зависит от этого. Но есть момент, который не понял Петр в то время, как не поняли и другие апостолы. Мы пролистываем несколько глав Деяний апостолов и потом подходим к 9 главе, где читаем о великой перемене, когда Рав Шауль упал на землю и стал верующим через чудесное сверхъестественное вмешательство свыше. Но что также удивительно, что ему была дана ответственность возвестить Евангелие народам. Это было совершенно новой идеей, то, что можно было принести Евангелие народам без того, чтобы народы были обращены в иудаизм. Для того, чтобы преуспеть в этой миссии, которая описывается в Деяниях 9 главе, Богу нужно было убедить апостолов в законности этого. И как Бог это делает? Он показывает Петру удивительное видение. Пока Петр находится на крыше, он видит огромное покрывало, спускающееся с неба, полное нечистых животных, и голос с неба повелевает ему заколоть и есть одно из этих животных. Петр отказывается, говоря, что никогда в жизни не ел ничего скверного или нечистого. И пока он размышлял, что могло означать это видение, пришли люди из дома Корнилиуса, который был богобоязненным человеком и верил в Бога Израиля. Эти люди искали Петра, потому что Корнилиус видел видение о том, что нужно найти Петра, который в тот момент находился в Яффе, и что им нужно прийти в Кесарию, и что Петр должен передать им важное послание. Когда Петр увидел этих людей, он понял, что видение с полотном относилось к этим людям и с готовностью пошел вслед за ними. Без этого видения Петр не был бы готов идти с теми людьми. Итак, Петр идет в дом Корнилиуса, он начинает осознавать это откровение о том, что Бог нелицеприятен и что во всяком народе человек, который любит Бога и поступает правильно, угоден ему. Итак, Петр начинает рассказывать вам историю Иешуа. В то же самое время, когда Петр рассказывает им об Иешуа, и они решают уверовать в него, на них сходит Святой Дух, и они начинают сверхъестественным образом говорить на иных языках. А Петр начинает осознавать, что Бог принимает их как часть своего народа и своего царства. И он говорит, кто может запретить им погрузиться в воду после того, как они получили тот же дар жизни, что и мы. И он погружает их в воду, и теперь они становятся частью общины верующих, хотя они и не стали евреями, не обрезывались и не обратились в иудаизм. Когда Петр возвращается в Иерусалим, другие старейшины сердились на него. Для них он нарушил стандарты чистоты и слишком близко сошелся с язычниками. Тогда он рассказывает им историю о том, что сам Бог повелел ему сделать это, и на основе рассказа Петра другие апостолы принимают это.
Все происходящее готовит путь для миссии к язычникам. В Антиохии Евангелие прежде всего было донесено до язычников, и у них образовалась смешанная община. Павел вместе с Варнавой учили в этой смешанной общине, пока не получили призыв идти к другим народам. Они начали с Кипра, потом поехали в Асию и видели также некоторых евреев, обращающихся к Иешуа, но также видели и многих язычников, приходящих к вере. Успех их миссии ведет к спору, и спор состоит в том, нужно ли язычникам обрезываться и соблюдать весь закон Моисеев для того, чтобы получить спасение. Павел сильнейшим образом сопротивляется данному мнению и, в конце концов, на совете старейшин в Иерусалиме принимается решение Петром, Павлом, Иаковом и другими присутствующими апостолами. И после того, как они рассказывают историю о Божьем сверхъестественном вмешательстве в дом Корнелиуса и в миссионерских поездках Павла, доказывая то, что Бог одобрял все его действия без того, чтобы обращать язычников в иудаизм, Иаков процитировал пророка Амоса, 9 главу. Это место Писания достаточно странное, так как в книге Амоса, 9 главе, говорится о грядущем веке, о тысячелетнем царстве, когда великий сын Давида, Машиах, будет царствовать над всем миром, и вся земля наполнится миром и благополучием. Израиль и народы станут одним под управлением Машиаха. Итак, Иаков цитирует это место Писания из Амоса, 9 главы, о миллениуме. «В тот день я восстановлю скинию Давида падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Господь не желает усложнять путь язычникам, чтобы они возвратились к Нему. Затем Иаков возлагает на них некоторые правила, которые важно соблюдать для сохранения единства в общине. Я хочу обратить ваше внимание на то, что он цитирует текст пророка и на его основе пытается доказать, что язычники не обязаны обращаться в иудаизм. Когда мы читаем пророков, мы видим, что язычники придут к познанию Бога и что Израиль и народы в единстве будут поклоняться в Иерусалиме. Но нигде не говорится о том, что язычники станут евреями и пройдут обряд обрезания. Иаков смотрит на происходящее как на тень грядущих веков. Почему он так поступает? Потому что с приходом Мессии, Иешуа и его служения чудес и знамений, его воскресения из мертвых, его вознесения на небеса и излияние Святого Духа, Царство Божье ворвалось на эту землю. Поэтому, так же как чудеса Иешуа и погружение в Святой Дух были знамениями того, что пришло и ворвалось к нам Царство Божье, также и обращение язычников к Господу означает, что приходит время, когда Царство Божье возвращается и восстанавливается божественная династия. Понимаете, Иешуа возвратится, чтобы править в Иерусалиме, но даже сейчас он правит с небес, сидя по правую руку Бога, начиная со своего воскресения и вознесения. Поэтому Иаков видит совершенно правильным то, что Царство Божье уже пришло, хотя и отчасти. Как раз-таки одним из знаков этого и является приход язычников к Богу Израиля и их единство с еврейским народом, верующим в Него. Мы осознаем, что с точки зрения взаимоотношений евреев и язычников, что они станут едиными через веру в Мессию и станут знамением грядущего века. А грядущий век — это единство Израиля и народов в Мессии. Это проявление грядущего века, когда евреи и язычники обретут единство под правлением Машиаха. Но это обретает более ясную картину в учении Павла, который видит расширение народа Божьего в Римлянам 11 главе. Он говорит о народе Божьем как о маслине. Конечно, до того, как пришел Иешуа, израильский народ был той самой маслиной. Они были теми, с кем у Бога были взаимоотношения Завета. Но после пришествия Иешуа
Сам Бог призывает людей из различных народов и прививает их к этой маслине и называет их привитыми ветвями. Сама маслина не перестает быть еврейским народом, но теперь эта маслина включает в себя и другие народы тоже. Израиль расширяется для того, чтобы включить в себя верующих из других народов, хотя избрание Израиля не меняется, потому что Павел говорит, что даже неверующие евреи являются избранными за счет еврейских патриархов и остаются со своей еврейской национальной идентичностью как народ. Поэтому пророчески он цитирует текст в Римлянам 15 главе, 10 стихе. «И еще сказано, возвеселитесь, язычники, с народом его, и еще хвалите Господа все язычники, и прославляйте его все племена». Здесь Павел дает понять, что те из народов, которые пришли к вере, славят Бога вместе с его народом. Слово «вместе» очень важно здесь, то есть это не означает, что они становятся людьми низшего сословия или расы, или они должны потерять свою национальную идентичность. Но они приходят к Богу вместе, и поэтому язычники, приходящие к Богу, радуются вместе с его народом. Другие отличные тексты, освещающие эти темы, находятся в Ефесянам, главах 2 и 3. В Ефесянах 2 и 3 главе Павел использует язык храма для того, чтобы объяснить статус язычников и отношения с еврейским народом. Он говорит, что до их прихода к Иешуа они были мертвы по преступлениям и грехам. И потом он использует язык храма и говорит о самом святом месте, куда мог входить только первосвященник. Теперь он говорит о небесном храме. Это находит свою параллель с книгой к евреям. Он говорит, «Бог воскресил нас вместе с Мессией и посадил нас вместе с Машиахом на небесах». Это значит, что мы находимся вместе с Отцом в самом святом месте на небесах. Давайте вернемся в прошлое и посмотрим на то, как выглядел храм. Там был внутренний двор и внешний двор, святое святых, и еще там был четвертый двор женский. Во времена храма язычники могли входить только во внешний двор. Еврейские женщины могли проходить немного дальше в женский двор. Мужчины могли проходить во внутренний двор, и только первосвященник раз в год мог заходить в святое святых, где стоял ковчег завета. Между внутренним и внешним дворами существовала перегородка, и еще одна перегородка отделяла внутренний двор от святого святых. Но в Ефесянам 2 главе 14 стиха сказано, «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей и учением». Упразднение Его плотью тех заповедей закона, что отделяли нас от близости с Богом и близости друг с другом, все постановления, связанные с отделением, не давали возможность язычникам войти вместо близкого общения с Богом в том храме. И вот теперь все постановления Торы, требовавшие отделения евреев от язычников, чтобы у них не было возможности совместного близкого общения с Богом, были упразднены. Близость друг с другом и с Богом для евреев и язычников была установлена со смертью Иешуа. Как сказано в 19 стихе, язычникам. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». И вот снова он возвращается к языку, понятному римлянам, когда говорит о тайне, что через Евангелие язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его. Мы собраны в одно тело и разделяем обетование Машиаха Иешуа. Объединены вместе воедино и язычники, и верующие евреи. Когда мы изучаем 15 главу Деяний,
11 главу Римлянам, 2 и 3 главы Ефесянам, то встречаем новое определение для тела верующих. Это те, кто призван ото всех народов через Иешуа и соединены воедино с судьбой Израиля, искуплением всего мира. Другими словами, церковь, как тело верующих по определению, представляет собой тех, кто присоединился к судьбе Израиля. Иначе говоря, церковь по своей природе связана с реальностью Израиля. Израиль — часть сути церкви, ведь верующие церкви связаны воедино с верующими Израиля, они неотделимы друг от друга. Но также и церковь — часть сути Израиля. Ведь мы, еврейский народ, дали рождение ей. Люди из всех народов, из всех деноминаций, которые на самом деле следуют за Иешуа, еврейским Машиахом, являются нашей частью, ведь мы дали им жизнь. Так каковы взаимоотношения евреев и язычников в теле? Мы есть едины в нем, мы часть расширенного Израиля вместе, сплетенного воедино с еврейским народом ради искупления мира, но при этом в этом новом человеке верующие из евреев остаются евреями, а верующие из язычников по-прежнему представляют свои этнические особенности в теле верующих. Они часть израильского содружества, но они остаются французами, китайцами, африканцами, кем угодно, но евреи, верующие евреи остаются евреями в этом новом человеке. Я надеюсь, это полезный путь к пониманию сути церкви, как людей, сплетенных вместе с Израилем, в его судьбе, в искании искупления мира. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis-media.tv.